Сотрудники организовали живую открытку, выстроились с шариками в виде надписи «9 мая». Этому предшествовал целый ряд мероприятий. И ветеранов поздравляли, и помощь оказали постаревшим героям. А накануне Дня Победы вообще вышли на улицы с флажками. Их изготовили специально по заказу правоохранителей. Пешеходам вручали флажки, а водителям еще и наклейки на автомобили. Подарки от полиции были неожиданными и, тем не менее, очень приятными. Мои лапочки, мои лапочки, всех вам благ. Водителям и пешеходам напомнили, что в сам праздник 9 мая в Сочи будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного. Жители и гостей города призвали заранее планировать свой маршрут.